Google с 27 сентября прекратит поддержку миллионов смартфонов. Компания не будет производить техническую поддержку устройств, на которых установлены старые версии операционной системы, OS Android. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу технической поддержки компании. Пользователи, которые попытаются войти в свои учетные записи со старой версией OS, столкнутся с ошибкой при вводе пароля и не смогут пользоваться электронной почтой. Кроме того, они не смогут заходить в свои учетные записи на YouTube и пользоваться картами. В числе телефонов, которые не получили официального обновления на систему старше Android 2.3, 7, Samsung Galaxy S2, Sony Xperia Go и HTC EVO 4G в мире насчитывается более 3 миллиардов Android-устройств, и около 1,2% из них работают на Android ниже версии 5. Компания призывает всех использующих старую прошивку Android обновить систему до версии 3.0 или выше.